Добрый вечер. Сегодня четверг, а значит, с вами программа «Март». Сегодня мы работаем в режиме прямого эфира. Наше поколение. Знаете, я вспоминаю, когда я училась в школе, нас обязательно заставляли писать эпиграф перед каждым сочинением. И, пожалуй, эпиграф к сегодняшней программе был бы таков. «Разлад отцов с детьми – залог тех постоянных изменений, которые ищет Бог, в которых ищет что-то Бог, играя смены поколений». Какое оно, поколение 90-х? Что выбирают, что любят? Как оценивают сегодняшнее время дети рекламных сникерсов, заморского попкорна и музыкального техно? Поговорим сегодня об этом. Итак, тема сегодняшнего нашего прямого эфира – «Наше поколение». Участников сегодняшней студии мы выбирали тоже не случайно. Я готова сейчас представить их. Итак, первый из них – это представитель поколения, которое однозначно выбрало Пепси. Эдакий молодой кумир нынешних молодых. Я хотела бы сегодня его представить. Итак, диджей, ведущий популярной программы «Музыкальная развлекалочка», просто модный музыкант и просто модный человек. Итак, звучат аплодисменты, Сергей Пименов. Сережа, прошу выйти за импровизированную нашу трибуну. Можешь поприветствовать наших телезрителей. Слушай. Спасибо. Второй человек – это своеобразный антипод, представитель нонконформистского меньшинства молодых человек, разделяющий, может быть, даже экстремистские взгляды. Профессиональный революционер, поэт и музыкант Олег Гапонов. Вновь звучат аплодисменты, и я приглашаю Олега Гапонова за нашу импровизированную трибуну. Олег, твое приветствие нашим телезрителям. Спасибо большое. Отлично. Пока ребята осваивают новое для себя пространство, я хотела бы обратиться к нашим телезрителям и рассказать, собственно, правила игры прямого эфира, которые, конечно же, вы знаете. Итак, у нас существуют прямые контактные телефоны, которые будут постоянно появляться на экранах ваших телевизоров. Сейчас я их назову. Это телефон, первый из них телефон, это 669503. И второй телефон, это 662329. Я очень надеюсь, что именно по этим телефонам будут звонить и станут соучастниками нашей импровизированной мини-пресс-конференции не только представители поколения детей, но и обязательно представители поколения отцов. Лично я очень надеюсь на это и рассчитываю на это. Звоните, негодуйте, радуйтесь, высказывайте свою точку зрения, свое мнение. Я очень буду ждать этих звонков. Но сегодня существует еще и третий телефон. Этот телефон предназначен для так называемой группы поддержки. Набрав номер телефона 663480, кстати, это телефон молодежной редакции программы «Март», вы должны назвать только лишь имя того участника нашей программы, чью точку зрения вы разделяете, кто вам очень нравится. То есть группа поддержки звонит и говорит, либо это Сергей, либо это Олег, либо это Пима, либо это Гапонов. Звоните, называйте только одно имя, и на экране телевизора мы будем с вами постоянно видеть, чья группа поддержки наиболее сегодня активна. Так, ну о правилах мы сказали, наверное, можно уже приступать к нашей сегодняшней мини-пресс-конференции. Я надеюсь, что, дорогие телезрители, вы станете соучастниками, обязательно станете соучастниками нашего сегодняшнего разговора. Итак, тема «Наше поколение». А участникам сегодняшней мини-пресс-конференции я хотела бы сказать следующее. Если ваши ответы на вопросы будут превышать 2 минуты, в студии обязательно раздастся характерный звонок, который вы услышите, что означает, что лимит, к сожалению, вашего времени исчерпан, и вы должны умолкнуть.
Я все никак к основной теме не перейду, и мне хотелось бы задать краткий вопрос, на который бы хотелось получить краткий ответ. Первый вопрос Сергея Пименова. Скажи, Сережа, как ты относишься к тому, что являешься таким как бы вот своеобразным кумиром юных лицеисток, студентов? Отвечай. Я отношусь, наверное, хорошо очень, потому что я люблю тех людей, которые меня любят. Спасибо. Олег, вопрос тебе. Одной из первых характеристик, которые я дала тебе, я назвала... Ой, или я не называла, что ты у нас профессиональный революционер? Называла. Аня. Называла, да? Конечно. Тогда скажи, пожалуйста, думаю, что телезрители мне не простят, если я не задам этот вопрос. Что означает профессиональный революционер? Потому что мы занимаемся истинно революционным искусством. Вот нон-конформизм, то искусство, которое мы делаем, это революционное искусство. Потому что мы, вот в московских клубах особенно это было видно, у нас есть только две вещи. Есть наше искусство и наши простые морды, которыми мы хлебаем щи. Вот и все. Ну что ж, спасибо. Тогда первая как бы подтема нашего разговора. Обычно оптимизм оставляют на конец программы, поэтому мы начнем с обратного. Печально я гляжу на наше поколение. Знаете, существует очень много определений поколения. Поколение ГУЛАГа, потерянное поколение, поколение Битлз, военное поколение, поколение дворников и сторожей. На ваш взгляд, вопрос обоим вам, как бы вы охарактеризовали поколение 90-х, сегодняшнее поколение? Если раньше было поколение дворников и сторожей, то сегодня у нас поколение как бы дилеров и дистрибьюторов, ну вот мне так кажется. Вот Пименов все время показывает мне пальцем, значит придется начинать с Олега Гапонова. Олег, тебе слово. Так, какое сейчас поколение, да? Вот ну попробуй, да, сформулировать. Да, очень разношерстное, очень такое вот поколение веселья и насилия. Вот. Это краткая можно формулировка. Конечно, конечно. Есть веселье, есть там клубы какие-то, есть там войны. Все вперемешку. А вот веселье немножечко... и насилие, как правило, оно неотъемлемо друг от друга, как говорят психологи. Это все, да? Ну, а что еще? Ну, естественно, тогда тот же самый вопрос Сергею Пименову. Ну, я бы хотел, наоборот, охарактеризовать поколение как поколение нормальных людей. То есть люди, в принципе, сейчас живут, на мой взгляд, с последних 100 лет в нашей стране самые хорошие. Ну, я так понял, ты имеешь в виду молодых людей. Да, я хотела бы, чтобы мы разговор сегодняшний шел все-таки о новом поколении. Ну, а это со скольки 90-х. До скольки? Что со скольки? Ну, со скольки лет до скольки? Не со скольки лет, я имею в виду ну, понятно, границы временные. В общем, да, поколение 90-х, на мой взгляд, наиболее нормальное. Наверняка нормальнее будут только поколения там, 10-го, то есть 2010 года какого-то. Потому что чем дальше мы живем, тем больше развиваемся, а чем больше развиваемся, тем лучше мы становимся. То есть меня абсолютно устраивают те люди, которые сейчас живут. Я не хотел бы жить там, во времена Пушкина, Ленина, там, кого там еще, Гамильтона и прочих. Абсолютно не хотел бы. Мне нравится то, какие сейчас люди. И, по-моему, они тоже себе нравятся, и все хорошо. Скажи, пожалуйста, ну, Ленина, может быть, да, а почему во времена Пушкина нет? Ну, во времена Пушкина не было многих вещей, которые я люблю. Не было, допустим, той музыки, которую я слушаю. Не было тех развлечений, там, допустим, тех девушек не было, тех отношений с девушками тоже не было. Вот. А так как я подобным вещам отдаю довольно большую часть своего времени, то однозначно я не хотел бы жить там рядом с Пушкиным. Скажите, пожалуйста, господин Пименов, а вы отождествляете себя как бы вот с новым поколением, с поколением 90-х, или вы уже как бы поодаль от него стоите? Вы считаете себя как бы переросшим поколение это? Да нет, я вообще ничего не считаю по этому поводу. Я живу сегодняшним днем, и, так сказать, чем дальше я этим днем живу, тем больше он мне нравится. Тогда вопрос Олегу. Олег, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, если загибать пальцы, перечисли основные как бы характеристики поколения сегодняшнего, то есть поколение свободное ли, не свободное. Ты говорила о насилии, вот давай немножечко об этом. Только я напоминаю, что не превышая 2 минут. Ну, такой вопрос длинный, ну а что? Ну, что делать? Ну, 2 минуты. Ну, хорошо, хорошо, нормально. Значит, как охарактеризовать, да?
Ну, попытайся. Ну. Просто ты очень кратко как-то сформулировал. Именно... Свободная, конечно, в чем-то свободная, в чем-то не свободная. Дело в том, что Сергей сказал, что это очень классное время, но это действительно хорошее время сейчас, поскольку все стоят перед выбором каким-то. Именно вот нонконформизм, он именно в этот период, в такой вот, он действительно является таким вот явным действенным оружием. Вот, с точки зрения искусства. Поэтому осуждать как-то или говорить, либо это, ну, кто-то скажет поколение дебилов, кто-то скажет поколение там умных, пронырливых таких вот людей. Есть и те, и другие. И в этом есть красота жизни, в ее многообразии. Вот. А как мы построим, как мы из этого материала и что мы из него вылепим, это уже покажет время. А мы вылепим что-нибудь. Естественно. Ты имеешь в виду как раз нонконформистское меньшинство? Ну, конечно. Скажи, пожалуйста, а ты свои надежды связываешь с этим меньшинством или с большинством тех, кто, допустим, поддерживает Сергея Пименова? Я надежды связываю с людьми вообще, с молодежью вообще как таковой. Зачем разделять меньшинство, большинство? Меньшинство переходит в большинство, большинство переходит в меньшинство. Первые будут последними, последние первыми. Так всегда происходило бы. Это история, мать. Хорошо. Ощущение свободы, о которой... так много говорят сегодняшние молодые. Что вот это ощущение свободы дает лично вам? Сережа. Мне? Да. Мне ощущение свободы, то есть что мне дает ощущение или что мне дает это ощущение? И свобода, и ощущение свободы. Ну, в общем, чем свободнее, тем лучше. Но до некоторых пределов, на мой взгляд, есть пределы свободы, в которых людей нужно ограничивать. Вот. Но до определенных пределов эта свобода, на мой взгляд, она очень нужна. Вот, допустим, нашей страной эти пределы, ну так, еще не совсем достигнуты, но уже в ближайшее время, насколько я понимаю, мы этих пределов достигнем. Дальше уже идти не надо. Олег. Так. Тот же самый вопрос тебе. О свободе. О свободе. Ну, вы знаете... Я думаю, чем больше разговоров о ней, тем ее меньше становится. Вот истинная свобода – это не в красоте вот этой вот рекламной, которую показывают, и такая вот мир такой вот волшебной материи. Истинная свобода всегда существовала и будет существовать именно в ритуалах народных, вот в древности, вот это вот, которая на самом деле не антикварщина, вот это вот, а именно внутренняя потребность к ритуалу, к внутреннему осмыслению и такой вот подачи, либо в виде искусства, либо в виде поступка, в виде героизма в конечном итоге. Вот это вот истинная свобода. Свобода поступка. Я захотел, я совершил. Скажите, пожалуйста, поколение 90-х заслужило ли свободу сегодня? И та ли это свобода? Свободу, можно я скажу, да? Можно. Свободу надо заработать, в общем-то. То есть мой взгляд на свободу такой, что свобода – это когда ты можешь встать и поехать туда, куда тебе хочется, там, или купить то, что тебе хочется, и, в общем, сделать то, что тебе нравится. А все это однозначно упирается в деньги, следовательно, свободу надо заработать, как надо заработать любые деньги. Когда у тебя есть деньги, ты свободен и нормален. Если ты их заработал честным трудом – хорошо, если ты бандит – немножко хуже, но тоже свобода. Кстати, у каждого из вас, вот, если под темой… Вот первая подтемка у нас, печально я гляжу на наше поколение. Есть ли у каждого из вас как бы печаль? Вот вы печально смотрите и говорите, что да, вот как бы это что-то вот не то, да, и это не так. Есть ли печаль у вас? Или все, я смотрю, вы так с оптимизмом, свобода, все замечательно. Олег? Печально все то, что скучно. Сейчас много, ну, скучных передач, скучной музыки, вот, скучных поступков. Это печально. А все, что весело, это не печально, это радостно, это всегда хорошо. Раз ты заговорила о программах, тогда вопрос Сережа. Смотришь твою музыкальную развлекалочку, слушаешь тебя по радио. Скажи, пожалуйста, вот тебя не смущает, что твой образ, который ты создал, в принципе, это такой вот образ, который во многочисленных видеороликах зарубежных крутится, в многочисленных видеоклипах. То есть как бы положил калечку, скопировал его один к одному. И вот Сережа Пименов, который просто хорошо это сделал. Ну и классно. Это классно? Конечно, это отлично. Ну вот я не понимаю, вот допустим, любой тележурналист хочет быть хорошим тележурналистом.
Тележурналист хороший — это тот, который работает на хорошей телекомпании. То есть тот, которого все знают. Значит, что нужно сделать журналисту, который хочет стать хорошим? Нужно стать таким, как уже есть хороший. А тебя не смущает слово «плагиат»? Не, абсолютно не смущает. Сейчас вся жизнь, в принципе, куда ни плюнь, везде плагиат. То есть мы об этом можем говорить, ну, сколь угодно долго. То есть все знают, там, допустим, в плане музыки, что вся музыка похожа. Ну, как это. То есть те там, 10, 5, там, 20%, которые не похожи, нужны минимальному количеству людей. Раз. То есть если, допустим, взять Сникерс, то и Сникерс, и Марс, и Натс, и Фрут и Нат — это все один и тот же шоколад. Это то же самое, что мы едим. Ну, то есть этот плагиат присутствует везде, и я вообще-то, ну, не очень с тобой согласен в этом плане. Но с другой стороны, я не считаю, что если кто-то сделал что-то хорошо, будь то там какая-то программа или будь то, допустим, музыка, это не значит, что не надо делать так же хорошо, чтобы затем сделать лучше. Насчет программы я с тобой не согласен, потому что, допустим, моя программа не есть плагиат с чего-то, потому что такой программы точно, однозначно нет. Вот. Такого человека, как я, тоже нет, потому что все люди абсолютно разные. Будь хороший, кто-то лучше, кто-то хуже, но люди не могут быть похожими друг на друга, потому что все родились от разных мам, от разных пап. Вот. А к вопросу скучности, вот я с Олегом не согласен. Я считаю, что человек, каждый как живет, так пусть и живет. То есть мы говорили, что поколение разное, пусть каждый из этого поколения живет как хочет. Кто-то слушает Алену Апину, да, на здоровье, отлично. Кто-то слушает рэп, ну пусть слушает рэп, а кто-то хэви-метал. Кто-то будет ездить на Мерседесе, а кто-то всю жизнь будет ездить на общественном транспорте. И всем хорошо. Спасибо большое. Олег, последний вопрос как бы нашей под темой «Печально я гляжу на наше поколение». Вот моя печаль в том, что меня очень сильно и больно ранит как бы глобального масштаба пошлость, которая существует кругом. Пошлость в разговорах, пошлость в общении, пошлость в том, что как бы льется там с экранов наших телевизоров, мы слышим из радиоприемников. Я еще помню, что в какой-то, по-моему, повести Набоков пытался англоязычному населению, в котором как бы не расшифровано это понятие, объяснить, что же это такое пошлость. И он написал, что некий бюргер, чтобы понравиться некой даме, превратился в лебедя и плавал там по какому-то там озеру. Ну, пошлость ведь многолика. Что тебя больше всего ранит вот в сегодняшнем как бы времени, в сегодняшнем окружении? Ну, то, что пошлость меня не особенно ранит, это уже понятно. Что имел в виду Набоков, я не читал. Но он, видно, такой сентиментальный человек. Вот. Вы знаете, что вот меня ранит очень сильно? Вот то, что вот вся эта серость, она состоит, заключается в том, что везде существует молодежный герой, правильно? Везде, куда ни кинь, куда ни плюнь, везде молодежный герой. А где молодежный злодей? Ага, значит, вот. Ты как бы тот молодежный, ну, злодей. Если уж на то пошло, если уж так вот мы, ну, конечно, что ж, придется, так сказать, вот играть. Давайте тогда на этом остановимся и посмотрим телефонные, как действуют у нас телефоны группы поддержки. Кто за злодеев, а кто за ведущего музыкальной развлекалочки. Итак, посмотрим, кто сколько набрал голосов. Пожалуйста. Итак, 22 голоса, конечно же, было отдано Сергею Пименову. Увы, в меньшинстве эдакий такой вот меньшевик-злодей — это у нас Олег Гапонов. Ну что ж, видимо, как бы вот злодейство до сих пор, наверное, гений и злодейство — две вещи несовместные. Две вещи несовместные. Хорошо, ребята, спасибо. Вот. Я просто хочу сказать о том, что у вас есть буквально минутка обменяться друг с другом вопросами. Задавай. Очень коротко. Короткий вопрос, короткий ответ. Сережа, Олегу. Ты почему на красном флаге? Ну, откуда я знаю, повесили вот. Гапонов, Пименов. Отлично, такой же вопрос. Почему ты на фоне доллара? Смотри, Гамильтон как глупо нарисован. Я вот, кстати, хотел сделать заявление. Я не знаю, почему я на фоне доллара. Так, на этой оптимистической ноте мы переходим к следующей подтеме нашего разговора. Итак, следующая подтема нашего разговора уже... набившая оскомину фраза «Новое поколение выбирает». На ваш взгляд, что выбирает новое поколение, что выбираете лично вы? Лично Пименов, да.
Лично мы в большинстве своем выбираем натуральные соки. А мы это кто? Ну, типа поколение. Вот я и мои друзья выбираем натуральные соки, говорим, что пепси пить не надо, там химия. Еще мало. В смысле? Что как еще мало? Выбираете? Ну, соки еще. Соки выбираем. Выбираем веселое времяпровождение, красивых и длинноногих девушек, большие автомобили, когда на них денег заработаем, вот, веселую музыку, большие дискотеки, 1000 по 5 и больше. Сейчас, подожди. Я жду, разнообразные средства для увеселения настроения, хорошие радиостанции, веселые телепрограммы. Иногда смотрим MTV, летом ездим купаться, зимой купаться не ездим, потому что лед. Вот, все. Спасибо, Пименова. Олег, что же выбирает нонконформистское меньшинство и как бы вот злодеи, которые если и есть? Конечно же, это, во-первых, вот, антиполитика, антиэкономика, безработица. Сознательно. Вот. Дело в том, что вот эти вот термины в немецкой новейшей социологии, они являются уже научными. Я вот могу пояснить. Допустим, антиэкономика, почему уже вот говорят, ну, вроде на, есть экономика, а то появляется антиэкономика. Она заключается в том, что весь прибавочный продукт идет на веселье, на ритуальное развлечение. Так жили все традиционные общества, от племен бедуинов, кончая вот, русскими деревнями на человека. Скажи, пожалуйста, это... почему ты выбираешь безработицу? А это дело в том, что безработица, все боятся сейчас безработицы, то есть мир современный в таком ужасе, что вот куча людей не работает, они станут либо бандитами, либо какими-то там попрошайками, неправда. Дело в том, что безработица есть переход к системе доверия, как сказал ученый-физик Штепа, к системе доверия к человеку, не как придатку машины, которой он сейчас является. То есть человек обязательно, вот как Сергей сказал, должен заработать себе на... веселье. А то, значит, мы считаем, что человек изначально уже самим фактом своего рождения, он предрасполагает к тому, что он может обладать этим весельем, счастьем и жизнью безвозмездно, как солнце. То есть вся его жизнь должна быть красивая, сияющая, как солнце. А теперь вот все, что ты сказал кратко. Олег Гапонов, что он выбирает? Антиэкономика, антиполитика, безработица, полеты в космос, достижения спортивные, космические, там, может, какие-то производственные. Вот. Ну, можно долго перечислять. Скажите, пожалуйста, Олег, а то, что выбирает Пименов, это как бы разрез идет вашим взглядом? Да не совсем, смотря в каком контексте все это может присутствовать. То есть и длинноногие девушки, и машины, как это теперь называется, хай-лайф? Нет хай-лайфу. Нет, хай-лайф зло. Что это точно такое? Зло? Что это такое? Точно зло? Что это такое? А я слышала, это музыкальные развлекалочки, неоднократно употреблял этот термин. Ни разу я не употреблял. Я хочу заявить сейчас с этого экрана, большого голубого экрана, что я ни разу не употреблял слово хай-лайф. Я не знаю, что это такое, так же, как я не знаю, что такое, кто? Нонконформизм. Я не знаю. Так, замечательно. Нашим уважаемым телезрителям я хочу сказать, чтобы все-таки они поучаствовали в нашем разговоре. 66-95-03, 66-23-29. Звоните нам и станьте все-таки соучастниками нашей мини-пресс-конференции. Очень прошу. И, по-моему, ребята тоже бы хотели... А, есть вопросы? Есть вопросы? Ну, давайте попробуем. Алло? Алло, мы вас слушаем. Ой, будьте добры, громче говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас такой... есть какой-то конкретный вопрос? Да. Мы слушаем вас. Вот раньше существовало понятие таких кумиров, типа Павлика Морозова и так далее. А каких бы кумиров выбрали себе вот участники передачи? Замечательный, по-моему, вопрос. Итак, кумира. Олег. Мой кумир Юрий Гагарин. Почему я отвечу? Это человек, который первый совершил то, чего не делал никто до него. А певцы там, это все было. Спасибо. Пименов. Наверное, Адам. Он тоже совершил такую штуку, которую до него никто не делал. Пименов есть Пименов. Ну что ж, спасибо. Если пока у нас телефонных вопросов, есть телефонные вопросы. Алло, мы слушаем вас. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, у меня вопрос и к участникам программы. Будьте добры, громче говорите, плохо очень слышно. У меня вопрос и к участникам программы, и к ее организаторам. И да. Вам, что сейчас у вас на программе идет сознательное прославление. Пока
поколение обретает без примитивных продавцов пиратчика, но ненормальных людей, которые трудятся, работают, и которым сейчас очень-очень трудно. Простите, было очень плохо слышно. Ребята, вы расслышали вопрос? Сережа, а какой был вопрос? Ну, вопрос был что-то типа, почему у вас в программе идет прославление бритоголовых каких-то там торговцев, а не рабочих людей? Ну, ответьте на него. А, вопрос был не к вам, вопрос, ну, вопрос к участникам. Вопрос к организаторам. Покажите бритоголовых торговцев. Так нужно показать бритоголовых торговцев? Нет, зачем не нужно. Где они? Нужно? Они здесь. Хорошо, мы не их надо, не будем показывать. Не мы не будем показывать. Давайте, наверное, не будем показывать бритоголовых торговцев, а посмотрим все-таки, как действуют наши группы поддержки. Итак, покажите нам, пожалуйста. Так, 32, конечно, впереди Сергей Пименов. И 23 голоса за Олега Гапонова. Наверное, все-таки 23 голоса – это неплохо. Олег, скажи, а как ты относишься к тому, что ты вот такой своеобразный меньшевик, а Пименов получается большевиком? Это тебя не обижает? Значит, никак? Надо поменяться нам. Вот флаг. Флагами поменяться. Тогда все станет на свои места. Нет, я вот еще хотел бы сказать к вопросу о большевиках. Я, наверное, здесь большевик, потому что я призываю к тому, что работать. Вот, Олег, зарабатывать. Зарабатывать деньги, да. Я призываю к этому. Вот. И при том, я считаю, что для зарабатывания денег хороши все абсолютно способы, кроме противозаконных. То есть, если ты зарабатываешь деньги, и это идет в разрез с законом, то это плохо. А если ты зарабатываешь деньги по закону, независимо от того, чем тебе это государство разрешает заниматься, то это отлично. Все, спасибо. Ребята, итак, следующая маленькая подтема, но, по-моему, она очень важна. Отцы и дети. Преемственность или конфликт? Ребята, очень коротко, пожалуйста, ответьте на очень важный, на мой взгляд, вопрос. Ведь по существу утеряна связь поколений. Если раньше существовала тесная связь между, допустим, поколением шестидесятников и военным поколением, то сейчас связи как таковой нет. Я не знаю, может быть, поколение отцов заслужило как бы этого конфликта? Очень коротко, Сережа. Да не знаю я, у кого конфликт. И в чем конфликт? Не знаю, у меня с папой все в порядке. То есть, и мы с ним абсолютно не конфликтуем, понимаем друг друга. Каждый занимается своим делом и друг другу помогаем, когда тяжело. А если говорить там как-то глобально, вот, я тоже такого конфликта не вижу, хотя он потенциально где-то, конечно, подразумевается. Но на самом деле все те люди, которых я могу отнести к своим отцам, ну, то есть там, допустим, люди там 40, 50 там, лет, там 60, ну, очень редко, если я не нахожу с ними общего языка, если я с ними общего языка не нахожу, они либо, то есть, дураки, будем так говорить, ну, либо просто мне не надо с ними найти общий язык. А в большинстве случаев у меня все в порядке. Конфликт поколения отцов и детей, это нормально? Да и я его не вижу. Ну, нет этого конфликта. Хорошо, Олег, кратко только. То есть у меня есть ли конфликт? Не у тебя есть вообще ли конфликт? Нужен ли этот конфликт? Существует ли этот конфликт? И заслужили там поколение отцов? Хорошо, я отвечу вам. Только очень кратко, Олег. Да никто ничего не заслужил, просто это как бы всегда было. Вот, в масштабе поколений вообще, я имею в виду. И это еще и будет. То есть вот то поколение там торговцев вот этих вот, и у них будут дети, будет тоже конфликт. Что будет, какие идеи, какими принципами будут жить те их дети, это неизвестно пока. Но наверняка будет. Так есть он этот конфликт между сегодняшним поколением 90-х? Ну, конечно, есть. Нет. Олег говорит, есть? Да глобальный вопрос. Все будет хорошо. Завтра будет у нас что кушать. Главное, чтобы всем было весело. Пименов обещает. Ребята, хорошо, тогда мне скажите, есть ли надежда на то, что сегодняшнее поколение 90-х где-то там завтра потом не назовут потерянным поколением? Оптимизм мы оставили на конец программы. Не, однозначно наше поколение самое лучшее из всех поколений, которые жили дальше. И наши дети будут лучше нас. А дети наших детей будут лучше наших детей. Все. Так что самыми лучшими из тех, кого я увижу, будут мои внуки. Спасибо, Олег. Я то же самое хочу сказать. В принципе. То есть надежда есть на то, конечно, что все-таки конечно, это поколение есть. Не назовут потерянным. Ну а за что его назвать потерянным? Ну что ж, по-моему, а что, со временем по-моему, время подошло к концу, я так понимаю, да?
А, еще нам показывают рейтинг 32 и 34. Ну, еще два голоса, Ну, немножечко, да, не хватило Олегу Гафонову, но, по-моему... Ну, меньшинство должно уж как-то... Раз нон-конформистское меньшинство, вы должны быть в меньшинстве. Ребята, я хочу вас поблагодарить за сегодняшний эфир, поблагодарить за участие в нем. Может быть, что-то в нем не получилось, А мне все-таки действительно хотелось бы верить, что листая учебник, какой-то школьник, допустим, там в 2000 каком-то году, не найдет параграф, где будет написано, что поколение 90-х называлось поколением, потерянным поколением. Ну что ж, мне остается попрощаться и сказать, что каждый четверг с вами...